Психология человека такова, что как только за ним захлопнется дверь лагерных ворот, он начинает думать, как выбраться. То же случилось и с Демьяном Остяцким. Вот и сейчас он сидел неподалеку от забора с колючей проволокой и размышлял, как совершить побег. Вскоре его за этим занятием застал помощник бригадира, бывший карманник Липко. Короче, Остяк, вала долго водить не буду. Вижу, сдернуть ты хочешь с этой кичи. У меня уже давно план побега готов, но, боюсь, один в тайге не выживу. А ты ж местный, может, скооперируемся? Демьян слушал без всяких эмоций, потом развернулся и со всей силы дал Липке в нос, чтобы больше не беспокоил его своими глупостями. За этой сценой наблюдали издали начальник оперативной части майор Терентий Плетнев и начальник зоны Валентин Жмерин. «Гони рубль, Валюха!» – весело заржал Плетнев. И Валентин Жмерин достал мятый рубль, отдал его куму и подставил лоб под щелбан. «Проиграл ты, Валек! Я ж тебе говорил, не пойдет на побег, Остяк! Не такой уж дурак!» Начальник зоны кривился и втягивал шею под щелбанами майора Плетнева. «Да, Палыч, зря я к нему Липку подослал!» С первого дня прибытия Демьяна в лагерь администрация всяческими способами провоцировала его на побег. Документы на заключенного приходят в зону раньше его самого. Валентин Жмерин, ознакомившись с делом, заинтересовался фамилией Остяцкого и выяснил, что он никто иной, как спившийся потомок древнего княжеского рода и единственный наследник сокровищ остяцких князей, о которых знали буквально все в Иркутской области. Жмерин был уверен, окажись Демьян на воле, непременно выведет его к сокровищам. Остяцкий Демьян Николаевич родился в 1915 году в поселке Куйтунск Иркутской области. Последний потомок древнего рода остяцких князей. Образование – два класса. Источник доходов неизвестен. Пристрастен к алкоголю. Отличается буйным нравом. Арестовали Демьяна за то, что опозорил не кого-нибудь, а члена партии, председателя Иркутского обкома. Нетрезвый Остяк набил ему морду и бросил в канаву за то, что партиец сделал ему замечание. Каких только статей не шили Остяцкому, и хулиганских, и политических. После недолгого разбирательства влепили четвертак. Прииск Мерзлотный, куда попал Демьян, считался самым гиблым местом на Колыме. Зэки добывали золото практически голыми руками. Одни долбили шурфы, рвали грунт, сняв верхний слой пустой породы, готовили участок. Другие копали, долбили, таскали, промывали. 30% золота добывалось мускульным трудом с помощью тачек и лотков. Блатным Демьян не понравился сразу, но его побаивали. Сходил слушок, что Остяк навел шорох еще на этапе, разобравшись с несколькими уркаганами. Демьян получил кайло и лопату. Норма – 8 тонн за смену. Понял? – проорал командир, бывший вор Мурик Иркутский. Не выполнишь – догонять будешь со второй сменой. Как и многотысячный контингент Колымы, приступил к добыче необходимого для государства металла, вгрызаясь кайлом в землю. Найдя более-менее крупный самородок, Остяцкий аккуратно прятал его за щекой. Это был самый распространенный среди зэков способ. Золото можно было обменять на махорку или хлеб у вольняшек. Золото на приисках воровали во все времена, но в конце 40-х масштабы хищений стали просто пугающими. Золотодобывающая промышленность после войны была 100% функцией ГУЛАГа. ГУЛАГ и Трест Дальстрой, также отвечавшие за добычу, почти наполовину недовыполняли план поставок драгметалла. Уникальный способ воровства описывает заключенный Иван Шалай. Из воспоминаний. Бригадир привел как-то в забой ссыльного армянина. Тот быстро сбросил обувь, густо намазал ноги кремом, и бригадир стал клеить ему крупинки золота
между пальцев. Затем армянин натянул носки и опустил ноги в валенки. От любого досмотра крупинки были тщательно спрятаны в густой шерсти ног армянина. В перерыве блатные варили чефирь и шутили на тему, стоит ли добавлять клок прожженной фуфайки для крепости. Демьян стал невольным свидетелем, как зэки-промывщики отдали бригадиру Мурику какие-то свертки из карманов, а тот воровато рассовал их по карманам. Нетрудно было догадаться, что в свертках ворованное золото. Блатные заметили внимание Демьяна. «Слышь ты, рожа транссибирская, чё зенки вылупил, фраер?» Транссибирская рожа звучала обидно для потомка остяцких князей. Демьян в два мощных прыжка оказался около костра. В консервной банке как раз подходил чефирь, когда булькающая жестянка с ноги полетела уркагану в голову. Второго зэка, Липку, Демьян выключил, не дав ему подняться с корточек. Мурик тут же выхватил заточку, но воспользоваться ею так и не успел. Сибиряк обладал звериной силой. Заточка отлетела в сторону, а сам Мурик оказался под Демьяном, который дубасил его по голове и по ребрам. За избиением трех здоровенных мужиков, затаив дыхание, наблюдали конвоиры. Они не ожидали, что один человек осилит столько озверевшей шпаны. Стека доставили на допрос к начальнику лагеря Жмерину. Он уже успокоился и только недоверчиво зыркал из-под лохматых бровей. Хозяин зоны долго ходил вокруг да около, намекая ему, что блатные подписали ему смертный приговор. Теперь только Жмерин может заступиться за него. Но не за так, конечно. На предложение поделиться знаменитым кладом остяцких князей Демьян лишь рассмеялся каким-то странным смехом и развел руками. «Бери, кто ж тебе мешает?» «Ты еще издеваться вздумал?» – заорал Жмерин. И по его отмашке охранники отточенными ударами врезали Остяку с двух сторон прикладами по почкам. «Думай, Демьян, если ответ будет отрицательным, сам будешь умолять о быстрой смерти». Остяк понял, что оттягивать побег смерти подобно. За старым разрушенным сараем он давно соорудил тайник, прибросав его вонючим тряпьем. Он втихаря сделал заточку из ворованной рессоры и приготовил другие необходимые для побега вещи – соль, леску и даже накомарник. Дегтя на складе было вдоволь. Этим средством от паразитов на зоне лечили все – от ангины до геморроя. Дегтем Демьян тщательно просмолил сапоги, чтобы они не развалились во время побега. Бригадир Мурик отдыхал, вальяжно развалившись, пока Липка жарил на сковородке мясцо. Охрана, вопреки всем правилам, околачивалась рядом с ними. Бригадир что-то шепнул шестерке, и тот направился к Демьяну с предложением разделить с бригадиром обед. Остяк звериным чутьем понял, что это ловушка. «Благодарю», — согласился сибиряк. Сделав пару шагов по направлению к компании, он выхватил заточку и со всей дури всадил ее в живот Липки. Потом по-звериному отскочил в сторону и схватил длинную жердь и метнул ее, как копье, точно в горло Мурику. Обалдевшие охранники тупо уставились на агонизирующего зэка. С ними Демьян тоже разобрался очень быстро. С чудовищной силой сгреб в охапку и столкнул лбами. Оба конвоира надолго потеряли сознание. По медвежьи, прижимаясь к земле, Демьян скрылся в лесной чаще. На его удивление, собак за ним не спустили, а вслед бросились только два охранника. Остяк петлял, как заяц, но автоматные очереди его не достали. На самом деле у солдат был приказ – Демьяна отпустить, стрелять только в воздух. Когда Жмерину доложили о побеге, он лишь радостно потер руки. «Пробил наш час, Терентий Палыч. Ты успел пустить за ним своих следопытов?» «Не боись, Валек, это люди из разведки. Они ни на шаг не отстанут от твоего Остяка. Зуб даю». С этими словами начальник оперативной части достал из кармана увесистый кисет с золотом и передал Жмерину его долю с нелегального прииска. «Не пойму я тебя, Валек.
ты на мерзлотном, как сыр в масле катаешься. Так нет же, дался тебе этот клад. Начальник лагеря привычным жестом спрятал мешочек в карман. Я про клад князей остяцких еще молодым салагой услышал от серьезных людей. И свято верю, что он существует. И то, что потомок Остяков ко мне в лагерь попал, это знак свыше. Легенды об остяцком золоте испокон века будоражили себе. Клад закопал еще остяцкий князь Амбал в 15 веке. Его потомки только множили богатство каменьями да самоцветами. Долгое время предки Демьяна жили извозом, доставляя грузы от Байкала и дальше, на север, к золотым приискам. Якуты расплачивались золотом, и остяки накопили его прилично. Тайна клада передавалась от отца к сыну и хранилась, как зеница ока. Эта головокружительная детективная история началась с того, что потомок остяцких князей Демьян по надуманной статье попадает на одну из самых страшных колымских зон, где заключенные тысячами гибли на золотом прииске. Начальник лагеря подстраивает Демьяну побег в надежде, что тот выведет его на клад. Смотрите далее, как таежный волк-одиночка противостоял вооруженному отряду НКВДистов. Пули против мужицкой смекалки. Что таит в себе клад княжеского рода и драматическая развязка во второй части истории. Не понравилось Демьяну, что конвой отстал так быстро. Пробежав пару километров, он остановился и припал ухом к земле, как делали его предки. Земля, она намного лучше проводит звук. И хотя шума какой-либо погони Демьян не услышал, чутье подсказывало, что лучше пересидеть денечек-другой в болотце. Там его ни один преследователь не достанет. Вечером того же дня старший надзиратель Плетнев, отведя взгляд в сторону, доложил, что его лучшие бойцы, бывшие разведчики, вернулись ни с чем. Перехитрил их остяк. От гнева уж мерено даже губы задрожали. Твою мать! Ты же клялся, что твои парни не оплошают. Плетнев промямлил, что беглый остяк не человек, а какой-то леший. По кочкам болотным, как по асфальту шурует. Ладно, забыли. Немного пасты уж мерим. Может, где еще проклюнется? Оповести район. Все села в радиусе 100 километров. Будем ждать, пока наш князь доморощенный по лесам набегается. Тем временем Демьян без устали брел тайгой, покрыв более 50 километров. Все в роду остяцких были прирожденные таежники, сильные и выносливые, как гураны, забайкальские козлы. Только к исходу второго дня он позволил себе отдохнуть. Сибиряк разжег костер, и когда тот прогорел, убрал дымящиеся головешки и на прогретую землю в пугзалу положил душистые охапки веток. Получился теплый ночлег с подогревом. Спал остяк по-боярски, в сосновых лапах, и приснились ему его пращуры. Остяцкие князья Амбал и Чугуй. Остяцкие княжества возникли в Западной Сибири задолго до крещения Руси. Ловкость, физическую силу, выносливость, совершенное владение оружием у остяков формировались с младенчества. Чтобы юноша, скажем, учился уходить от стрел противника, его ставили на открытое место и стреляли из лука тупыми стрелами. А зазевавшегося ребенка могли спокойно обжечь раскаленным железом, добиваясь, чтобы он при малейшем шорохе или прикосновении мгновенно отскакивал в сторону. Охотничьи угодья остяцких занимали территорию размером с Румынию. В тайге они жили и добывали пропитание. Не был исключением и Демьян, с измальства обучен. Он быстро соорудил из подручных средств донку-закидушку. Рыба шла на личинки короедов и даже на шерстяные обрывки. Единственное, с чем у беглеца была проблема, это одежда. Она почти истлела в бегах. Как ни латал ее Демьян, она все равно гнила и рассыпалась. К тому же сильно донимали клещи и вши. Но с этой проблемой потомок князей сумел разобраться быстро, по старому бурятскому обычаю. Нашел муравейник и погрузил туда всю одежду. Мураши начисто дезинфицировали ее от паразитов.
Сам Демьян тем временем прогуливался в одних подштанниках по опушке и приплясывал, чтобы согреться. При этом зычно пел свою любимую «Бродяга Байкал переехал». Он не заметил любопытных глаз, наблюдающих за ним. Жительница соседнего специального поселения Дуняша собирала травяной сбор, когда узрела полуголого мужика. Понаблюдав за ним какое-то время, Дуня побежала к коменданту Синякину. Но тот рассказ бабенки всерьез не принял. «Эх, Дунька, баба ты знатная, мужика бы тебе, может, голые-то и не мерещились бы». Комендант в который раз стал приставать к вдовой Дуняш. «И не стыдно вам, Александр Потапыч?» – хихикнул бабенка. «Женатый ведь человек». С этими словами Дуняша послушно задрала юбку. Весть о беглом каторжнике быстро облетела округу. Сарафанное радио донесло ее до прииска Мерзлотной, и Жмерин тут же организовал новую погоню, которую сам и возглавил. Уже вскоре по лагерю назидания остальным зэкам, задумавшимся о побеге, объявили, что отряд все-таки отыскал Остика. Собаки, мол, пошматовали его в клочья и загнали в бурную реку, где тот и утонул. На самом деле целый и невредимый Демьян вышел к околице поселка и затаился в чаще. На одном из плетней он заприметил вывешенные для просушки вещи. Никогда не воровал Демьян. А тут пришлось украсть первые попавшиеся штаны. Как забежал подальше в лес, осмотрел добычу и от досады чуть не выматерился. Оказалось, что это женские рейтузы необъятного размера. Гордый потомок остяцких князей даже в страшном сне не напялил бы на себя бабье тряпье. Стыдоба ведь, даже перед зверьем. Оставалось снова наблюдать за селом. Ближе к вечеру на окраине он приметил пьяного в хлам мужика, который еле волочил ноги. Это был комендант Синякин, напившийся на радостях после свидания с Дуняшей. Демьян отточенным движением схватил Синякина сзади и увлек в кусты. Осмотрел гимнастерка, брюки, сапоги, нательное белье, все, что надо. За булдыгу остяк начал раздевать не особо церемонясь. Тот не сопротивлялся, считая, что вещи снимает Дуняша и все время лез целоваться. В конце Демьян все же сжалился над пьяным мужичком и решил не убивать. Напротив, даже надел на него бабские рейтузы. «Живи, Мурло, и радуйся!» – похлопал коменданта по щеке Демьян. Добыча была солидная. Деньги, ножевой набор, спички, командирские часы, два ремня, нательное белье. Синякин проснулся ни свет ни заря. Узревший себя в женских тряпках, малость оробел. Ядрёна матрёна. Это у какой же зазнобы я так уклюкался вчера, что амуницию позабыл? Может, ейный муж наглянул, я огородами текал? Пытался хоть что-нибудь из вчерашнего вспомнить Синякин. В итоге плюнул и перебежками, огородами припустил домой. Демьяну понравилось в селе. Он поселился недалеко за таежными амбарами и решил недельку отдохнуть, набраться сил перед дальним походом и запастись харчами. Остяк уже без зазрения совести вовсю шурудил по хозяйским погребам и сараям. Особенно трепетно он относился к салу, самому калорийному и сытному продукту в дальнем походе. Жители поселения быстро сообразили, кто помаленьку их обворовывает. Но зла не таили, а иногда даже сами оставляли беглому еду. Раньше в деревенской сибирской архитектуре предусматривалась такая деталь. В домашней пристройке делалось оконце с широким подоконником, и туда каждую ночь ставили крынку с молоком. Клали кусок хлеба, сало. Ночью беглые каторжники или путники сами находили на подоконник кровихи хлеба и молоко в туисках. Протянет человек с улицы руку, возьмет крынку, выпьет и пойдет дальше. Хозяева утром радуются. Богоугодное дело сотворили. Проснулся Демьян от отдаленного шума, который доносил ветер. И производил его точно не зверь. Люди, поди. Припал к земле, снова погоня. Эк, нашли такие, лениво протянул себе. Ладно, мужики, хотите поиграть, поиграем. И рванул в тайгу.
Он нарочно взял восточнее, в сторону болот. Коренной житель Сибири, Остяк прекрасно знал, как затеряться в болотистой местности. Путь он держал к истокам Лены, чтобы потом Байкалом спуститься до Ангурена, бурятского селения. Буряты народ крепкий, властям не выдают. А там и до родного Куйтунска рукой подать. «Только не стрелять», — повторял жмель. Боясь упустить Остяка во второй раз, он решил взять его живым и под пытками выведать тайну клада. «Товарищ майор, следы на восток ведут», — крикнул идущий впереди солдат-следопыт. «Веди на восток», — приказал Плетнев коменданту Синякину, которого взяли с собой в качестве проводника. Тут же послышался страшный удар. Следопыта сбило невесть откуда вылетевшее бревно. Оказалось, боец зацепил растяжку, которая соединялась с петлей, удерживающей бревно в ветвях. Петля соскользнула, и бревно по принципу маятника полетело вниз, прямо на солдата. Демьян использовал традиционный бурятский способ охоты на медведя. А буряты, однако, на выдумку были хитры. На дерево, где было дупло с пчелами, вешали тяжелую, утыканную гвоздями колонну. Медведь ее отталкивал лапой, а она с размаху его била и колола. Разозлившийся, Мишка бил еще сильнее, отчего еще сильнее получал ответный удар. В итоге неравной борьбы с бревном медведь получал столько ранений, что становился легкой добычей охотников. «Под ноги всем смотреть!» – заорал Жмерин, и отряд осторожно двинулся по следу беглеца. Жмерин с Плетневым на всякий случай шли сзади. «Смотри!» – вскрикнул начальник оперчасти и подбежал к кусту, на котором висела старая фуфайка. «Это же его, Остяка!» «Стой!» – заорал Жмерин, но было поздно. Прилетевший из ниоткуда осиновый кол, как копье, вонзился в горло Плетневу. Это сработал поставленный Остяком самострел. Следующей жертвой стал конвоир, который упал в яму-ловушку, утыканную внутри кольями. А дальше и вовсе начались кошмарные, необъяснимые события. Один из конвоиров оступился и буквально за считанные секунды был поглощен трясиной. А Демьян, петляя все дальше и дальше, заводил преследователей в самое гиблое место в тайге – Сибирские мари. Сибирские мари – перегнившее месиво из мхов, трав, лишайников с черной водой, сверху затянутых мутной пеленой плесени. Все пространство над водой заполнено зудящим гнусом. По воздействию на психику мари сродни зыбучим пескам. Солдаты побросали стволы и тупо сели на землю, отказываясь идти дальше. Остяк наблюдал эту картину из кустов, замаскировавшись ветками, обмазав лицо грязью. Он буквально сливался с окружающей средой. Жмерин хаотично водил глазами по кустам. «Всем встать!» – орал он. «Быстро в погоню, твари! Мне этот Остяцкий нужен только живым!» Даже невооруженным взглядом было видно, что у начальника лагеря помутился рассудок, и он находится на грани истерики. Жмерин подбежал к одному из солдат и приставил пистолет к затылку. «Быстро встать и продолжать путь!» Услышав отказ, Жмерин выстрелил в голову подчиненного, после чего заорал на всю округу. «Остяк, сука! Я тебя все равно достану!» Воспользовавшись этим приступом истерики, комендант Синякин попятился задом к кустам в надежде, что удастся уйти незамеченным. Но краем глаза Жмерин заметил шевеление и выпустил в единственного человека, который знал местность, три пули. Оставшиеся в живых солдаты окончательно поняли, что это конец, и им самостоятельно никогда не выбраться из таежных марь. Но вместо того, чтобы принять коллективное решение и держаться вместе, солдатня, сбив с ног Жмерина, рванула в разные стороны. Лишь некоторым удалось оторваться, остальных поглотила мутная вода. Жмерин с ужасом понял, что остался совсем один. Все его бросили. Неожиданно сзади что-то ухнуло, и на поляну выпрыгнул Остяк. В каких-то ветках, перемазанный грязью, он напоминал лесное чудище.
Перепуганный насмерть Жмерин от неожиданности упал, стал отползать, отмахиваясь от Демьяна, как от привидения. «Ну что, начальник, не передумал еще за кладом остяков охотиться?» Жмерин замотал головой. «Глупый ты, начальник, и алчный. Клад остяцкий – это непрезренный металл, а земля сибирская, тайга, матушка, да Байкал, батюшка. А ты все за золотом гоняешься, а презренный металл – это для слабых и жадных». Жмерин, услышав этот бред про природное богатство, зашелся бешеным хохотом. Он упал на землю и не мог унять смех. «Видать, тронулся умишком охотничек за золотом», — усмехнулся остяк и пошел прочь. Жмерин пытался сам выбраться из болота, но не прошел и пару километров. Его засосала трясина. А Демьян Остяцкий добрался до бурятского селения, где несколько лет пас скот. Потом раздобыл подложные документы и вернулся в родной Куйтунск. Был женат, венчался в церкви, до конца дней работал и пил, как лошадь. Потомков у Демьяна не было, так же, как и клада. История побега Остяка обросла мифами, вошла в классику лагерного фольклора.